Молодых профессионалов на госслужбу – одна из главных тем встречи полномочного представителя президента Сибири и губернатора Алтайского края. В правительстве Виктор Томенко и Сергей Миняйло обсудили, как отбирать и обучать кадры. С середины 2018 года в Алтайском крае создан и успешно работает единый региональный кадровый резерв на государственной и гражданской службе, который в настоящее время насчитывает 645 резервистов на должности государственной службы главной и ведущей групп. И это позволяет региональным органам власти оперативно замещать вакантные должности лицами, состоящими в едином кадровом резерве, без затрат времени на проведение дополнительных конкурсов. Действующие кадры нужно поощрять, об этом говорил Сергей Миняйло. А вот если госслужащие систематически ошибаются, то здесь нужно тоже принимать меры, вплоть до увольнения. Также полномочный представитель при президенте уделил внимание системе награждения достойных кадров региона. В ней сейчас есть недоработки, которые нужно устранять. Человек знает, что его представили. У него есть определенные заслуги. Да? Оформили документы, по формальному признаку документы вернули. Но это же неправильно и некрасиво. Сергей Миняйло передал двум музеям края коллекции медалей СССР как знак того, что Алтай потерял много жителей на фронте. Валентина Аскерова, Андрей Дрейер, Андрей Печоркин. День с толком.